Привет! Сегодня мы открываем киндеры Микки Маусы. Сегодня, да, мы открываем... Привет! Да, привет! Сегодня мы открываем сюрпризики с Микки Маусом. Вот три штучки у них. У нас их, да? Вот они вот так вот выглядят. Микки Маус, Минни Маусом. А знаешь, что мне лучше всех нравится? Кто больше всех нравится? Девочка. Девочка? Минни Маус? Как у нас девочка Минни, да? Интересно, что в этих сюрпризиках, правда, в этих яичках? Начнем открывать? Нет, вот этот. Вот это первое? Да. Давай, это первое. Забыла. Хорошо. Убираем упаковочку. Ой. Она легко? Да, она легко открывается. Открывай, посмотрим, что же там за сюрпризики такие. Там конфеты. Конфеты. Вот это везение. Вот такие конфеты, разноцветные вкусняшки. Это просто вкладыш. А это что? Это какая-то игрушка. Тут нарисован Гуфи. Наклейки Микки Мауса? Класс. Это Гуфи нарисован. А что она делает? Что это такое? Что? Это заводное. Вкладыш — это просто вот наклейки с Микки Маусом. Аришка уже одну взяла. Тут и Дональд Дак, и Минни, и Микки Маус. Это просто бумажечка, здесь ничего не написано. Конфетки. Вот такая штука. Что это? Ну, такая, наверное, игрушка. Такая трещоточка, да, Арина? Арин, попробуй. Ты что, хочешь все наклейки наклеивать на яичко? Уже пошел декор. Это немножко непонятная. Непонятная игрушечка тебе? Так, хорошо, смотри, Ариш, а конфеты хочешь попробовать? Да. Какую будешь? Зеленую, розовую, белую. Или фиолетовый. Ты будешь розовую, да? Попробуем, держи. Ты пробуй розовую конфетку. Кварочек. А я попробую фиолетовую. Ну, вкусные конфетки, да. Вкусняшки. Осталось еще два сюрпризика с тем же Микки Маусом с коллекции. Что будешь открывать? Какой? Покажи. Этот или этот? Какой будешь открывать? Вот этот. Тебе сегодня помогает Минни Маус, да, девочка? Подружка Микки Мауса тебе помогает сюрпризики открывать. Открывай их полностью, давай. О! Боже! Так, что здесь высыпалось? Опять конфеты посыпались. Телефон! Опять наклейки из серии Микки Маус. Поночка, Дональд Дак, Минни, сам Микки Маус. И что еще? Покажи. Игрушка? Какая-то игрушечка, да? Ага, это игрушка-лабиринт. Здесь шарик, его нужно с одной точки перевести в конечную. Такая игрушечка-лабиринт. А нарисован там на заднем фоне Дональд Дак. Такой морячок Дональд Дак. Класс, классная игрушечка. Вот наклейка Дональд Дак. И наклейка, да, Дональд Дак есть? Давай посмотрим. И девочка. Вот такая наклеечка Дональд Дак. Открываем последнее яичко, сюрпризик. Я тебе немножко помогу, а ты уже сама дальше откроешь ножничками. Отрежем. Да, нет. Ой, я тебе чуть-чуть помогла. Давай дальше. Сложно открывается. Аккуратно открывай. Ой, все опять рассыпалось. Гитара. Гитара. А наклейки здесь везде одинаковые. В каждом яйце они все одинаковые, эти наклеечки. Покажи гитару. Тут одни, в общем, тут музыкальные инструменты. Два. О, видишь, такая трещотка тоже. Тут на ней нарисован, опять-таки, Дональд Дак. С одной стороны и с другой стороны. Тут резиночка скрепляет вот эти все. Смотри, давай, будем играть на музыкальных инструментах. Создадим свою группу. Два музыкальных инструмента нам попались. И вот такая игра. Лабиринт, да? Оп. Давай, играем. Класс. Какая тебе больше всего понравилась игрушка? Из этих троих. Трещотка такая, да? А ну еще раз потрещи. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.